Всем доброе утро. Сегодня 15 марта 2023 года, город Харьков, на улице плюс 6. Сегодня, смотрите, пасмурно, с прояснениями и очень сильный ветер, как и вчера, который, собственно, и портит всю картину. Солнышко то выходит, то появляется, но по сравнению со вчерашним днем было вообще... вчера было классно просто. Солнышко светило, сегодня оно прячется. Прячется, и сегодня холоднее, чем вчера, несмотря на то, что плюс. Солнышко уже сегодня встало в 5 часов 50 минут, зайдет солнышко в 17 часов 39 минут. Долгота дня сегодня 11 часов 49 минут. Сейчас как раз показалось солнышко, сразу начинает теплее становиться. Ветерок тоже, ну, ощущается, конечно, но не так сильно и не так холодно становится. Вот, поэтому весна, я думаю, все-таки к нам пришла. Ну, еще ее время настанет. Еще впереди 2,5 месяца. Ведь всего прошло полмесяца календарной весны. Так что не расстраиваемся, тепло еще будет. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошей недели. И помните, все будет хорошо. Всем пока!